В этом госпитале сформировалась уже некоторая традиция королевских родов. В частности, здесь появился на свет принц Гарри. Герцогиня Суссекская Меган Маркл, вопреки слухам, будет рожать первенца не в больнице Фримли Парк, которая расположена неподалеку от ее дома, а в лондонском госпитале Святой Марии, где это делала и Кейт Миддлтон, передает The Daily Mail. По информации журналистов, 37-летняя Маркл окажется в больнице уже в ближайшие недели. Руководство учреждения дало указание отменить выходные дни для персонала в апреле в ожидании визита именитой роженицы. Отмечается, что в госпитале сформировалась уже некоторая традиция королевских родов. Именно здесь появились на свет дети принцессы Дианы, Уильям и Гарри. Здесь же родился первенец принцессы Анны Питер Марк Эндрю Филлипс. В общей сложности в больнице увидели свет 8 отпрысков монарших особ. Что же касается самой Меган Маркл, то она активно готовится стать мамой. В феврале она, будучи беременной, тайно вылетела в США, чтобы провести вечеринку в честь будущего малыша, что не вызвало одобрения в глазах ее супруга, принца Гарри. После этого она решила устроить еще одну подобную тусовку, но уже в более узком кругу.